лет он вкусный сам. Самый-самый, сделаем его мы с мамой. С мамой, с мамой, в нем есть все ингредиенты. Пусть он станет он, из которых масло, соль, мука и дрожжи. И, конечно, когда за окном ненастно, тучи заволокли небо, мы возьмем кусочек масла и маминого хлеба, чай из мяты и ромашки разольем по нашим чашкам. И чтоб стало еще лучше, запоем до самого лучу. Через года мы страны и метели, запах хлеба нашей мамы и те песни, что мы пели. Мир изменится, конечно, на фейсбуках и в ютюбе. Вот такие слова, как будто бы вообще красивые.